находимся с Натальей Васильевной на Пангане. Вот она идет на пляже рядом с островом Кома. Остров Панган. Горный, можно сказать. Новый мотоблат. Сегодня приехали на остров Панган. Ужели вот такой байк. Вроде байк. Третье марта 2018 года. Сегодня суббота. И мы добрались до острова Панган, который находится напротив вот этого острова, который называется Самуи. Да, буквально год назад я находился на Самуи и смотрел с той стороны на остров Панган. Сейчас все поменялось. Вот такой он остров. Добрались сегодня мы в час. Расселились пока. Гостиницу нашли прямо в центре города Тонг-Сала. Отель неплохой, с бассейном, шаговой доступности. Все магазины, кафешки, базары. В общем, вообще отлично. Вот пляж мы, к сожалению, не нашли, потому что вот я практически пол моря прошел, а здесь мелко. Купаться невозможно. Завтра поедем на западное побережье. Там, говорят, можно искупаться. Будем искать хорошие пляжи. Так что... до завтра. Находимся с Натальей Васильевной на Пангане. Вот она идет на пляже рядом с островом Кома. Сейчас собрались. Очень клево, классно, красиво, чистая, да, вода. Водичка чистая вообще. Вот так вот надо обзор подсказать. Пляж хороший. Но сегодня жарища стоит. Пляж очень чистый. Все убирается. Да. Рядом находится ресот, в котором можно поселиться. Цены стартуют от 3600 за номер в глубине. Чем знаменит этот пляж? Тем, что можно на вот этот остров по отмели пройти. Что мы сейчас и собираемся сделать. Подошли мы к переправе. То есть сейчас справа, сейчас влево. Да, как Миронов. Мальчик. Как Миронов, да. И пошли мы на остров Кома. Вот такой обзорчик справа. Заводь такая. Остров Панган. Горный, можно сказать. Очень много подъемов, спусков. Крутые повороты. Очень много иностранцев. Ну, кстати, тоже иностранцы. Очень странно. Ну так. Туда дорогу видим. На тот остров. Дальше снимать не будем. В принципе. На том острове ничего примечательного и нет. Там нужно было пройти фишем водом. Так что вот так. Скоро солнце сядет. И мы отправимся к себе в отель. Очередной пляж, до которого мы добрались, называется Малибу Бич. Вот такой небольшой пляжик рядом с одноименным отелем. Находится на северо, наверное, западе, да. Неплохое. Сейчас попробуем, какая здесь водичка. И какое дне. Здесь видно, да, по мнению многих туристов, это один из самых лучших пляжей на Ко Пангане. Здесь люди играют в волейбол.
кафешка есть большая. То есть все развлекаются. Пальмы тут. Все отлично. Прибыли мы на очередной пляж. Сегодня уже 5 марта 2018 года. И время 10:00. От нашей гостиницы 40 минут ехали. Приехали на северо-восток. Пляж называется как-то там долго-долго. Ной. Ной. И вот, наконец-то, сегодня мы добрались до самого знаменитого пляжа острова Панган. Называется Хадрин. Время начала 5. Ну вот посмотрим, что собой представляет этот островочек с этим пляжем. Ух ты, сегодня отлив. Маленько похож на Човен, если честно. Или даже больше на Ломай, наверное, но маленькие. Большие пляжики. Красивенькие. Достаточно много народу здесь. Вот такой он Хадрин восточный. Есть еще с той стороны западный Хадрин. Очередной пляж у нас на острове Панган называется он Садет. Садет Бич. Еще у него название есть Репрай, по-моему, так. Вот такой пляж. Небольшая лагунка, но очень горячий песок, кошмар. Приходят сюда вот такие кораблики, которые привозят туристов. Вот такие здесь домики. Бунгало, в которых живут люди. Страшновато, я бы сказал. Там жить. Небольшой пляжик с небольшим количеством достопримечательностей. Вот так, оттуда мы приехали. Здесь есть кафешка небольшая. Ну, там... Людей немного. Купаться здесь прикольно. 6 марта на дворе. 9 утра. Прибыли на очередной пляж, называется Хат Яо. Я думаю, это наш крайний пляж. За время нашего пребывания на острове Панган, так как сегодня в 13:30 мы плываем на остров Самуи. Вот решили в крайний день остановиться на новом пляже. Посмотрим, море чистое, спокойное. Наташа хочет поплавать с маской. Посмотрим, есть ли что-то здесь, кроме собак, которые покупаются вовсе. Вот так неплохой пляжик, чистенький, такие неплохие домики.